Здравствуйте, друзья! С вами риэлтор из Аликанте Сережа Язовский. Показываем квартирки. Примерно 90 квадратных метров. Вот он домик. Показываю. Район Флорида. Пошли. Под ремонтик. Ну, стандартный подъезд. О, где электрощитчики находятся. Да. Вот так. Как всегда. Чисто и красиво. Ну, такая не очень широкий проход. Ну, два человека расходятся спокойно. Пошли наверх. Поднялись. Квартира? Смотрим. Большая. Две квартиры на одной лестничной клетке. Развернулся, показал. Пошли. Пошли. Пошли смотреть. Так, дверь. Нормальная? Нормальная дверь. Никаких претензий к этой двери у меня лично нету. Может, у вас есть? Вы приезжайте и выставляйте претензии. Так. Нормальный потолок. Нормально. Нормально. Коридор, да. Тоже хороший коридор. Раз, два, три, четыре, пять. Примерно пять плиточек. И направо сразу попадаем в зальчик. Сколько метров, Леша, квартира? 100, 3 спальни. 100 квадратных метров, 3 спальни плюс зальчик. Одна спальня не входит. Так, заходим направо, наблюдаем. Комнатеночка. Комнатеночка у нас с таким аппендиксом маленьким, да? Нормальные, аккуратные, деревянные исторические окна. Развернулись, показали потолочек, мебелюшка присутствует, диванчики, картинка. Это не Пикассо, друзья. Пикассо другой стиль был. Так, мебелюшка нормальная, кстати, стеночка очень хорошая. Выходим на балкончик. Так, и попадаем в маленький балкончик. Маленький. Что видим? Вот что видим. Вот. И вот. Райончик Флоридочка. Тихо, в общем-то. Улица не шумная, не особо проездная. Пошли дальше. Налево проходим. О, какой длинный коридор. А ты не снимал эту квартиру случайно? Нет, так, понял, я помню коридор. Слева комнатеночка, метров так, 12 даже может быть. Окна, патио, чистенькое, очень аккуратненькое. Так, посмотрели, пошли сюда, нормальные двери. Налево короткая ванна для инвалидов, шутка. Это я, друзья, я уже сбросил 3,5 килограмма, все не отметится. Но еще надо над собой работать. Так. Плитка, ну ничего, так старенькая, но хорошая. Дальше пошли. Еще комната. Нормально. А смотрите, здесь нет таких балок больших, как там мы в Каролинасе смотрели. Здесь-то поаккуратнее все. Там эти балки вот эти вот здоровые прям такие были. Здесь аккуратненько. Так, посмотрели туда вниз, развернулись. Видим мебелюшку, стены квадратные. Только что смотрели квартиру, пипец, вся треугольная, вся угловатая. А, странно, кухня вот здесь находится. В конце квартиры почти. Удивительно просто. Ну, кухня небольшая, друзья. Да. Но состояние ее вызывает уважение. Никакой вони нет, ничего. То есть смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Пять плиточек. Еще те плиточки не до конца. Ну вот считайте. Больше метра. 1,20 м даже шириной. То есть узенькая. Трамвайчик. А, ну раз я в кухне, то я тогда сразу покажу вам. Из кухни маленькое патио еще. Машинка. И туда. В другое патио. Газовый котерчик. Ну, ничего так. Вышли здесь. Напоминаю вам, там был зал. Не поднимаю. Мне говорят, что поднимай всегда наверх. Не могу поднимать, там люди стоят.
комната. Раз комната, два комната, три комната и зал там, да? Так. И люди не знают, что нет, подожди, я уже сам запутался. Там был зал, раз комната, а, санузел, два комната, кухня и пошли сюда еще. Стройки пришел конец. Три комната и через нее проходная. Кстати, квартирка чистенькая, ее начинали, что тут делать даже вам. Еще одна комната. Итого получается, ага, и не такая уж плохая. Вот. Вот. Вот так вот. Вот еще патио. Другое. Понимаете? То есть квартира выходит на два патио и на балкончик. Одна комната выходит только на балкон и на открытую улицу. Остальные окна выходят в патио. Понятно, да? Ну, вроде все. Все, друзья. Показал вам квартирку. Адьос. Пишите заявочки.